Здравствуйте, уважаемый наш покупатель, подписчики. Опять вы у нас, дом Михарумы. Я хотел вам сегодня показать много интересных моделей, которые у нас новые поступления. И как нас найти? Когда ведет по 9 линии, уважаемый наш покупатель, подписчики, ориентируйтесь, пожалуйста, на наш вот 9-117 на этом. И опять же вот табличка здесь. 9 линия, 117 павильон. И я все время нахожусь здесь. Поэтому нас не путайте с другими, пожалуйста. Сейчас зайдем в наш магазинчик, я много интересных вам моделей покажу. Вера, здоровайся. Здравствуйте, наши любимые клиенты. Мы сегодня опять с вами и опять будем показывать красивые, интересные модели. На пышных и не на пышных дам. Пожалуйста, посмотрите, на Венере переставлено, значит, свитерок с замком. Длина изделия 95 сантиметров. Расцветки есть разные. Значит, размер начинается от 42 до 64 в нашем магазине имеется. Эти свитерки удлинённо у нас стоят 65 тысяч рублей, уважаемые наши покупатели. А также я вам покажу, как нас найти, пожалуйста, посмотрите. Значит, город Москва, 14 километров МКАД, рынок Садовод, с 9 линии 117 павильон, а внутренней части L109. Значит, внешней стороны я нахожусь все время, а внутренней части Татьяны Венера. По них можете ориентироваться. Мы всегда с вами, мы с 6 утра работаем до 6, до 7 вечера. Поэтому наш любимый клиент, звоните в любое время нам, пишите, всегда с вами на связи. Вот следующий фасон. Замком тоже импортный мех. Значит, размер начинается от 42 до 60. Эти шубки у нас тоже стоят 84 тысячи рублей. Север, американские норки. Модная, стильная, красивая, спорт такой. Да. И хотел вам напомнить, что у нас в магазине вы можете оплатить любые покупки с кредитной картой. У нас имеется магазин «Экваринг». А также мы оформляем расчетки кредит без переплаты. От вас только требуется российский паспорт. А также мы оформляем ее удаленно, я имею в виду онлайн. От вас только будет требоваться 15 минут вашего времени. Посмотрите, пожалуйста, красивая модель. Тоже она сделана рубашкой, цвет соболиной. Она все сделана в росписке, уважаемые наши покупатели. Видите, какая красивая и овальная краешка. Длина изделия 85 сантиметров. Ее можно носить и с пояском, и без пояска. Эта шуба стоит от 60 тысяч рублей и выше. И у нас еще другие цвета есть в магазине. Потом еще у нас есть без капюшончика стойка воротник. А также есть они, значит, у нас английские воротники. Я хотел вот такие вам шубки показать, уважаемые наши покупатели. Вот. Осталось несколько штук, пожалуйста, посмотрите. Она сделана, значит, паркетиком. Уверсайз, вот с капюшоном, морковный цвет. Она у нас стоит 55 тысяч рублей, уважаемый наш покупатель. 55 тысяч рублей. Посмотрите, пожалуйста. Вот следующий фасон. Паркетиком североамериканской норки. Значит, длинное изделие 85 сантиметров. В рекламе. Высшей категории. Размер начинается от 42 до 64-го, эта шубка у нас стоит 83 тысячи рублей. А также напоминаю, вот такие мы получили тоже по акции в североамериканской норке. Вам, пожалуйста, покажу, какое качество здесь меха. Высшей категории, эта шубка у нас стоит 95 тысяч рублей, уважаемый наш покупатель, вот с капюшончиком. Размер начинается от 42 до 54 в нашем магазине имеется. Вот очередной фасон, тоже накладным карманом. Уверсайз, реглан плечи. Длина изделия 85 сантиметров. Размер начинается от 42 до 66. Если они цвета белые, черные, соболиный цвет, эта шуба начинается цена от 55 тысяч рублей и выше. Она очень удобная и комфортная, и размер очень большой. Да. А также мы получили вот такие куницы с новым вырезом. Раз посмотрите, одна из новейших. Эта шубка у нас стоит 320 тысяч рублей. Греческая, раз посмотрите, как она сделана, выкладка. Раз. Сейчас куница успеет, надо покупать, то она каждый день дорожает, уважаемые наши покупатели. Такая летучая мышь, красивая, светленькая, укороченная. Кобра капюшон для машины, для транспорта. Кто за рулем, вообще очень удобная
И посадка хорошая, и это именно для пышных дам. Знаешь как, я имею в виду, у кого, у дамы пышные рукава. Вообще она подходит очень замечательно. Венера, она как тебе? Очень удобная, очень комфортная. Могу застегнуть, она мне очень хорошо. Она знаешь, подходит. Чем хорошо, что она короткая, а когда в машине садишься, она не будет вас, как сказать, протираться. Эта шубка у нас стоит 78 тысяч рублей. А также есть у нас коротюшенькие такие шубки. Раз посмотреть, какие замечательные шубки мы получили. Яркие расцветки. Имя для красивых наших любимейших женщин. Это размер начаться от 40 до 52. Эта шубка у нас стоит 60 тысяч рублей. Можно посмотреть. Какая очаровательная шуба. Орех в распуске. Стойка воротник. И посмотрите, насколько красивая здесь сделана стойка. И интересный рукав. Одна из новейших из североамериканской норки. Сейчас повторяю. Не крашена, не тонированная норка. Размер начаться от 44 до 66 в нашем магазине имеется. Супер. Удобная королевская модель. Раз посмотрите очередной фасон. Блеклава с североамериканской норки. Соболиный воротник. Длинное изделие 85 сантиметров. И обращайте, пожалуйста, как она сделана. Вся в росписке, уважаемые наши покупатели. Сейчас я шубу внутри вам покажу. Накладной карман. Сегодня у нас ориентир именно для пышных дам. Раз посмотрите. Костя, будь любезен, покажи, пожалуйста. Смотрите, здесь трикот. Можешь пробить, пожалуйста, посмотреть. И смотрите здесь. Видишь, какая здесь толстая сделана тоже. Краюшки, рутяжка и все по цвету подклад. Эта шубка начинается у нас размера от 42 до 66. Цена она стоит 132 тысячи рублей. Смотрите, любимый клиент, да. Вторая Венера сюда зайдет. Вот да. Я что хотел вам напомнить. Значит, вы любую шубу, еще раз повторяю, вы можете в нашем магазине приобрести расчетный кредит без переплаты. От вас только требуется российский паспорт, уважаемые наши покупатели. А также мы оформляем онлайном. Купили, предположим, шубу за 100 тысяч рублей. Будете платить только 100 тысяч рублей, ни копейки больше. И без первоначального взноса. Вот очередная шуба тоже наша. Бордовый цвет. Смотрите, пожалуйста, какая мех интересный, красивый. С отливом, переливом. Просто посмотрите, какая красотка. Для машины, для транспорта очень удобная. И в это же время у нас все лекалы проверенные и с большой проймой. Цветы есть разные, черные, палевые, которые на Венере представлены. Это бордовый цвет. Эта шубка у нас стоит 74 тысячи рублей. И напоминаю, что есть у нас, уважаемые наши покупатели, их осталось всего лишь 2-3 штуки. Вот это значит комбинированная норка. Рукав тоже, не больше, это не кролик, это тоже комбинированная норка. Эта шубка у нас стоит 60 тысяч рублей. Вот очередная шуба, пожалуйста, посмотрите на Венеру замку. Маловато мне немножко. Да, это размер где-то до 50-го Венера. Ага. Значит, темно-зеленый цвет, эта шубка у нас стоит 50 тысяч рублей. А также вот, который я вам до этого показывал, тоже вот она. Раз посмотрите. Тоже стрижная рукава, она стоит 60 тысяч рублей. Переходите, у нас много есть по акции шубы, которые в кадр не попадает. Много-много интересных есть вещей. Пожалуйста, посмотрите тоже. Комбинированный с каракулем. Тоже. Метровка длина. Размер имеется от 42-го. Не пугайтесь, до 62-го. Тоже она стоит 60 тысяч рублей. Подходится Венера. Вот, пожалуйста, посмотрите, с капюшоном. Цвет и графит. Длинное изделие 75 см 80. Размер начинается от 42 до 58 размера. Это уверсайз, как летучую мышь можно носить. И как кимоно, правильно? Да, она удобна. Еще повторяю, кто за рулем, вообще будет удобнее сам всего. Эта шубка у нас стоит 76 тысяч рублей. А также вам покажу короткие шубы, которые мы получили. Они у нас есть, значит, и в черном, и в белом цвете. Пожалуйста, посмотрите, какая очаровушка и какой здесь подбор рыси, уважаемые наши покупатели. Это не летучая мышь, это полноценный рукав. Обращайте, пожалуйста, внимание. Эта шубка у нас стоит 105 тысяч рублей. Вот, пожалуйста. Одна из новинок. Пожалуйста, цвет пудра. Длина 85 сантиметров. Тоже именно для пышных красивых дам. Это размер начинается от 42 до 66. Эта шубка у нас стоит
70 тысяч рублей. Пожалуйста, посмотрите. Одна из ярких. Цвет фуксия, английский воротник. Летучая мышь. Телезер 85 сантиметров. Размер начинается от 42 до 60. Эта шубка она стоит 100 тысяч рублей. А также есть, уважаемый наш покупатель, вот такие шубки у нас. Тоже осталось по одной. 57 тысяч рублей. Размер 48-50. Пожалуйста, посмотрите. Цвет баклажан. А также вот такие шубки тоже получили. Пожалуйста, посмотрите. Тоже, значит, длинное изделие. 1,10 м длина. Да, размер 48-50. Эта шубка у нас стоит 100 тысяч рублей. Здесь только разница в цвете. По цвет, по акции. Кимоношка. Тоже размер у нас начинается. Одна из красивейших нож новых моделей. Уважаемые наши покупатели, кобра капюшон. С обрезным пояском. В рекламе. Североамериканская норка. Размер начинается от 42 до 70 в нашем магазине имеется. Сейчас я хотел вам поближе показать шубку. И подклад. Подойди, пожалуйста, можно. Собрать. Смотрите, пожалуйста, как она сделана. И опять же, вот штрих-код. Все здесь как следует. И внизу тягивается, и везде. И обращайте на пошив. Уважаемый наш покупатель, вот это, который на винир размер, это где-то 60. Эта шубка у нас стоит 125 тысяч рублей. Пожалуйста, посмотрите. Спортивный фасон, интересным карманом. Североамериканские норки. Сервоцвет. Пожалуйста, посмотрите, как она вся струится, вся играет норка. Одна из новейших красивых фирм. Пожалуйста, посмотрите. Замки. Все здесь качественные, уважаемые наши покупатели. И внутри рабочим бывает кожзам вставлять. Здесь все сделано кожано. Я имею в виду все фабричные вещи. Эти шубы раньше мы продавали 140-150. Вот именно цвет я тоже сегодня сделал на ней тоже акцию. Она у нас стоит 110 тысяч рублей, уважаемые наши покупатели. Размер сейчас повторяю. От 42 до 60 в нашем магазине имеется. И вот такая же есть. Раз посмотрите, тоже бордовые. Классики. Английский воротник. Североамериканской норки. Реклама. Тоже недорогая шуба. Эта шубка у нас стоит 75 тысяч рублей. Раз посмотрите. Цвет сиреневый, красивый. Новый цвет, курточка. Для машины, для всего очень удобная курточка. Эти шубки тоже недорогие, они у нас стоят 63 тысячи рублей. Еще раз повторю, уважаемые наши покупатели, все это все вы можете у нас не только за наличие деньги приобрести, а также без нас. Я имею в виду кредит, рассрочка, без переплаты. От вас только требуется. Еще раз повторяю, российский паспорт. Вот. Наш любимейший изумруд, английский воротник. Мы до этого вам показывали бордовый, а это зеленый цвет. Эта шубка у нас стоит 85 тысяч рублей. В североамериканской норке. Вот такой, уважаемый наш покупатель, получили. Новый черный собор воротник. Значительное изделие здесь 70 сантиметров. Эта шубка тоже недорогая, она у нас стоит 85 тысяч рублей. Обращайте, пожалуйста, внимание. Качественно, красиво. Значит, это оверсайз. Размер от 42 до 60 можно одеть. Беленькая, с куницей, белодушка. Смотрите, красивая куртяшка. Очень удобный рукав. И здесь не кимоно, не этот, не летучая мышь. Каменная куница, да. Это размер тоже до 54. Вот эта длина, значит, здесь 75 сантиметров. Это шубка тоже недорогая. Раньше стоили 140-130, а сегодня она для вас будет 95 тысяч рублей. Всего лишь 95 тысяч рублей, уважаемые наши покупатели. Есть вот такие шубки, пожалуйста, тоже получили новые. Тоже вот с замком. Одна из интересных фасонов. Длинное изделие 70 сантиметров. Эта шубка тоже недорогая. Раньше продавали 80-90, так как конец зимы. Эта шубка у нас стоит 62 тысячи рублей. Пожалуйста. Грыз капюшон. Оверсайз. Черная реклама с меховым пояском. Это размер начинается от 42 до 62. Значит, цена этой шубы у нас стоит 127 тысяч рублей.
Вот такая шубка была, посмотрите. Размер 46-48, тоже недорогая шуба. Эта шуба у нас стоит 46 тысяч рублей, пожалуйста, посмотрите. Какая очаровательная выкладка здесь сделана, значит, паркетиком. Красивая летучая мышь. Да. Обычно летучая мышь, уважаем наш покупатель. Вот бывает вот такой длины. Обращайте, пожалуйста, внимание. Здесь вот 7-75 сантиметров, а там 90. Смотрите, какая здесь, значит, колоссальная разница, пожалуйста. Обращайте внимание. Видите? Одна из новинок и размер Венера. Как у тебя по размеру? Размер удобный. Две меня поместится. И не краше, не тонирован норка. Не бойтесь, уважаемые наши покупатели. Эти светлые цвета всегда, как сказать, цвет не меняют. Она сделана очень хорошо. Еще повторяю, не краше норка. Она это у нас стоит 110 тысяч рублей. Пожалуйста, посмотрите. Очередной фасон с меховым пояском. Североамериканская норка, блеклама. Обращайте на структуры. Смотрите, насколько красивый, значит, здесь широкий пояс. Я имею в виду фабрика. Ни в чем не жалеет для наших красивых женщин. Красивая шуба. Пожалуйста, посмотрите, еще раз повторяю, внутри как сделано, вот, видите. Все фабричные и вот обычные куцы, маленькие копченые. Еще раз повторяю, здесь кобра копченая, ее достает на любую голову, уважаемые наши покупатели. Эта шубка тоже недорогая. Эта шубка у нас стоит 118 тысяч рублей. А также мы такие получили короткие шубы. Я вам показываю, значит, размер 44-46. Вы импортный, меха, спущенные плечи. Обращайте, пожалуйста, внимание, североамериканские норки. Недорогая шуба, она у нас стоит 70 тысяч рублей. Размер начинается, еще раз повторяю, некоторые женщины любят вообще очень короткие, чтобы можно было под платье, не, под юбку и под джинсы носить. Эта шубка у нас стоит 70 тысяч рублей. Кимоношка, соболиный цвет, куница капюшон, пожалуйста, каменная куница, североамериканской норки, тоже размер начинается от 42 до 62. Эта шубка у нас стоит 115 тысяч рублей. Сейчас повторяю, как нас знаете, уважаемые наши покупатели. Прошу вас, меня не путайте с другими. Мы все время на месте. Иногда вы приходите в садовод. Садовод очень большой. Вы не можете нас найти. Звоните по номерам телефона, мы вас встретим. Здесь ничего обидного и ничего, как сказать. Мы вас встретим, закажем такси, на самом деле заказываем. Это все за наш счет. А также приедет и все за наш счет. И любым вот этим покупкам у нас идет парки, пуховики, все подарок. Уже наши покупатели. Вот, пожалуйста, плеклама. 95 сантиметров длина. Выкладка паркетиком. Импортные мехи. На нее тоже я сделал акцию. Она у нас стоит 105 тысяч рублей. А также вот такие косушки есть. Не забудьте, пожалуйста. Цветы разные. Цвет сильвер. Видите, размер от 42 до 60 в нашем магазине месяца, она эта шубка у нас стоит 68 тысяч рублей. Пожалуйста, посмотрите, какая очаровательная шуба. И не краше, не тонированная норка. Следующий фасон. В североамериканской норке. Рыс. Посмотрите, пожалуйста, посмотрите, как сочетание рыси совпадает с норкой. Опять же говорю, с широким длинным меховым пояском. Пожалуйста, североамериканской норке. И здесь не одни, еще раз повторяю, иногда бывает, где не видно места, оставляют касса лапы норок. Здесь все сделано целиком, уважаемый наш покупатель. Обращайте, пожалуйста, внимание на внутренней части. Опять же, на всех у нас шубах есть внутри карман, занычки, которые можете вы освоили в мужчины спрятать. Эта шубка у нас стоит 130 тысяч. Пусть любимые мужчины дарят такие шубки, Рома, спрятать. Они же дарят. Пусть дарят, конечно. Просто посмотрите. Какая красавица шуба. А так, пожалуйста, посмотрите тоже. Опять же говорю, мы сегодня решили вам показать самые отборочные меха, красивые качества и размеры большие. Сейчас повторяю, на любые руки, на любые пышных дам. Ну, давай одну рукав так покажем. Да, покажем. Так, хорошо. Рукав один, да. То есть будет Венера по твоему хотению. Да, да, по моему хотению, да. Куница капюшон, длинное изделие 85 сантиметров с врезным пояском. Тоже, опять же, повторяю, североамериканской норки. Они, значит, у нас мы заказали фабрику. Есть некоторые накладным карманом, а и некоторые с косым карманом. По вашему желанию. Эта шубка тоже размер начинается от 42 до 66. Эта шубка у нас стоит 125 тысяч. Комфортная, удобная. И полторы меня войдет. Да.
И что хотел вам сказать? Пожалуйста, не забывайте про наших оцелотов, про наших любимейших камышевых котей. Котики наши, пожалуйста. Вот, пожалуйста, посмотрите. Косушка. Я вам до этого показывал норку, а это у нас камышевый кот. Цена этой шубы стоит 58 тысяч рублей. Размер начинается от 42-го до 54-го размера в нашем магазине имеется. Очень красиво, необычно у нас. Это значит камышевый кот, оцелот. А также есть такая же у нас. Вот. Обращайте, пожалуйста, внимание. Вы летучие мыши, пожалуйста. Посмотрите. Какая красавица тоже. Размер от 42 до 66 в нашем магазине имеется. Пожалуйста, красавица. Капюшон арктическая лиса. Белая, не крашеная тонированная норка. Выкладка паркетком. Перед глазом. Шуба сама говорит о себе. Что, как она сделана. Очень просто, красивый, наблюдный мир. У нас ни одни растянутые шкуры нет, уважаемые наши покупатели. Когда шкуры у нас растянуты, они очень бывают холодными. Но до сих пор жалоб не на наш руки. И не будет. Очень качественный. И на все, уважаемые наши покупатели, не то, чтобы купили, ушли. 2 года гарантия. Эта шубка у нас стоит 110 тысяч рублей. Раз посмотрите. Одна из новинок. Тоже пальмовый цвет. Есть цвета разные. Белые, черные. Без капюшон. Динезия 85 сантиметров. Значит, размер начинается от 42 до 66 в нашем магазине имеется. Пожалуйста, посмотрите. Цвет сильвер классика. Они есть у нас расцветки разные. Графит черный. Не крашеный тонер норка. Уважаемые наши покупатели, пожалуйста, посмотрите. Длинное изделие 120 сантиметров. Размер начинается от 46 до 60 в нашем магазине имеется. Эта шубка у нас стоит 70 тысяч рублей и выше. И что я вам хотел показать? Мы получили. Будьте любезны, поближе подносите. Значит, собол капюшон. Они есть у нас, значит, 1,10 м, а который вот, значит, перед вашим глазом, это 140 сантиметров с меховым пояском по бокам раздеть. Уважаемый наш покупатель, у кого высокий рост, эта шуба ждет вас. Смотрите, какая очаровательная шубка. Сейчас повторяю с меховым пояском. Вот, опять же, классика тоже. Воротник Апаш. Североамериканские норки, импортные норки. Да, их можно даже поднять. Вот она. Размер от 46 до 60 в нашем магазине имеется. Эта шубка у нас стоит 86 тысяч рублей. А также здесь у нас, вот, пожалуйста, покажите кролики. На них я тоже, как конец зимы, сделал акцию. 120, но есть расцветки разные. Она у нас стоит 35 тысяч рублей, уважаемые наши покупатели. Размер начинается от 42 до... Значит... До 58 в нашем магазине имеется. Вот такие есть шубки тоже. Получил новые, тоже я вам сделаю. На них тоже, значит, скидку, уважаемые наши покупатели. Размер это до 60-го, эта шубка у нас стоит 75 тысяч рублей. Обращайте, пожалуйста, внимание, граффити. Вот, кто кого заинтересует, будьте любезны, заказывайте, пишите. Мы все время можем на ваши интересующие вопросы отвечать. Вот очередной фасон. Модель. Графит. Значит, это значит и темно-зеленый цвет. Вот, пожалуйста, очередной фасон. Темно-зеленый цвет. Видите, как черно-зеленый переходит с отливом. Одна из красивейших шуб и размер большой. Значит, размер начинается от 42 до 66 в нашем магазине имеется. Эта шубка у нас стоит 105 тысяч рублей. Уважаемые наши покупатели, а также есть вот такие шубки тоже. Я сделал на них тоже скидку. Тоже североамериканской норки. Обращайте, пожалуйста, внимание. Длина изделия 1,10 м. Размер где-то 50-52. Эта шубка у нас стоит всего лишь 100 тысяч рублей. Следующий фасон. Кто не любит классику, вот, пожалуйста, поперечная со стойкой. Рукава здесь снимается. В североамериканской норке. Длина изделия 125 сантиметров. Размер начинается от 42 до 60 в нашем магазине имеется. Эта шубка у нас стоит 107 тысяч рублей. Здесь вот такие шубки. Обращайте, пожалуйста, внимание тоже. В импортной норке. Длинное изделие 1,10 м. Размер 48. Эта шубка у нас стоит 75 тысяч рублей. Пожалуйста, посмотрите, какое качество меха. И одна из новинок. Таких цветов вы, уважаемые наши покупатели, очень редко встретите. Это только у нас и сегодня.
Сейчас я вам все покажу. Вот такие шубки, пожалуйста, с английским воротником. Тоже на нее сделала акцию, она у нас стоит 48 тысяч рублей в североамериканской норке. Обращайте, пожалуйста, внимание. Вот. Одна из новинок и супер качество. Такое кимоно красивое, посмотрите. Цвет необычный, новый. Да. Длина изделия 1,10 м. Размер, значит, начинается у нас от 46-го. В основном их носят пышные дамы до 66-го размера. Эта шубка у нас стоит 106 тысяч рублей. А также вот такой есть у нас, значит, летучая мышь кимоношка. Цвет изумруд. Североамериканской норки. Обращайте, пожалуйста, внимание. Какая категория меха? Классная, супер, высшая категория. Эта шубка у нас стоит 110 тысяч рублей. Раз посмотрите, значит, классика, 1,10 м длина, просто она вине, значит, маловато. Они есть у нас накладной карман и косой карман, будьте по бокам разрез. Эта шуба начинается у нас цена, уважаемые наши покупатели, от 100 тысяч рублей и выше. Потому что она, значит, представлена качество норки в высшей категории. Качество люкс. А также вот такие есть, изумрудные, тоже в большом размере. Обращайте, пожалуйста, внимание, да. 70 в нашем магазине месяца. И, пожалуйста, посмотрите, какая плюшка. Вот. Некоторые думают, что это стрижная норка. Нет, уважаемые наши покупатели. Это категория норка такая, высшая категория. Вот. Цвет орех, классика. Она сделана в пластинах. А также они у нас представлены есть в распуске и в ромашке. Размер начинается от 44 до 62. Цена она колебается у нас от 80 тысяч рублей и выше. А также не забудьте вот про наши каракути. Вот, пожалуйста, посмотрите. Цвет пастель. Размер начинается до 42 до 60. Она тоже недорогая. Она у нас стоит 85 тысяч рублей. А также она у нас представлена, значит, в длинном и в сером есть цветы. Вот такие есть куртки. Новенькие. Значит, длинное изделие 7 сантиметров размер. 48-50. Эта шубка тоже недорогая, она у нас стоит 87 тысяч рублей. Пожалуйста, посмотрите на качество меха, уважаемые наши покупатели. Я поднесу вам камеру поближе. Смотрите, какая очаровушка. Это вот. Аж алмаз, корит шуба. Смотрите, пожалуйста. Смотрите, какая красотка. Такую шубу не купить, это грех. Пожалуйста, посмотрите. Супер качество, уважаемые. И цвета разные. Мы до этого вам показывали английский воротник, а это у нас сделано, значит, со стойкой. Цвет палевый тоже, опять же, для пышных, красивых дам. Размер начинается от 46 до 66. Эта шуба тоже начинается цена от 80 тысяч рублей и выше. Если еще больше размер, она будет чуть дороже, потому что там расходы больше. Уважаемые наши покупатели, еще раз повторяю, в нашем магазине вы можете любую шубу приобрести, расчетный кредит без переплаты. От вас только требуется российский паспорт. А также мы, я повторяю, мы оформляем онлайн, я имею в виду удаленно. Пожалуйста, посмотрите, одна из новинок с капюшоном. Обращайте, пожалуйста, внимание на качество меха. Видите, многие думают, что она что-то с пыльцой. Это, уважаемые, сейчас повторяю, это натуральный черный цвет, высшая категория. Обращайте, пожалуйста, на качество внимания. Вот, в рекламе, повернись. Смотрите, пожалуйста, вот, как она фабрично сделана. И опять же, я повторяю, с врезным пояском. И а также есть они без пояска. Размер начинается от 42 до 66 в нашем магазине имеется. Эта шубка у нас стоит 150 тысяч рублей. А также я сейчас хотел вам показать короткую шубу. Пожалуйста, посмотрите. Английским воротником размер начинается от 42 до 54. Эта шубка у нас стоит 65 тысяч рублей в импортном мехе. А также у нас есть вот такие шубки. Вот. Белый английский воротник. Тот же размер от 42 до 52. Эта шубка тоже недорогая, она у нас стоит 57 тысяч рублей, уважаемые наши покупатели. Не крашеная, не тонированная норка. Одна из новинок очаровательных шуб. Пожалуйста, одна из новинок. Кобра капюшон. Длина изделия 130 сантиметров с меховым пояском. Размер начинается от 42 до 60 в нашем магазине имеется. Эта шубка у нас стоит 135 тысяч рублей, уважаемые наши покупатели. Есть цвета разные. Сейчас я вам покажу на посошок одна из интереснейших цветов.
тоже красивая шубка, именно большого размера. Пожалуйста, посмотрите, темно-зеленый цвет. Опять же, повторяю, кобра копчен большого размера. Пожалуйста. Венера, она тебе великовата, правильно? Ну, да, полторы меня или две меня войдет, если чуть-чуть. Это сейчас... Если сесть, то точно две войдет. В этом году я тебя заставлю, ты сядешь где-то. В 2025 году, Рома, наверное. А-а-а, до 25 еще надо жить. Пожалуйста, посмотрите. Тоже темный изумруд, накладной карман. Значит, длина изделия здесь 130 сантиметров. Эта шубка тоже недорогая, она у нас стоит 138 тысяч рублей, уважаемые наши покупатели. И очень удобная, она комфортная. И с этим же, уважаемые наши покупатели, наш ролик подходит к концу. Ждем вас, пишите, звоните. Мы все время на связи. На любые ваши интересующие вопросы ответим. А также, вот сейчас повторяю, наша вот визиточка, как нас найти. Когда вот из экрана их можно фотографировать и сохранять у себя в телефоне, чтобы нас вы быстренько нашли. С другим не перепутали. Мы только одни здесь. И здесь, как сказать, и название Венера тоже одна она, Венера. Я что хотел вам сказать. Еще у нас про отправки Луганска, Донецка. Проще простого. Сегодня дали. У нас именно компания сюда едет. Все официально. И завтра вы свой товар получите. Поэтому ждем вас. Переходите, звоните. Приезжайте, любимые клиенты, мы вас ждем. Мы самые лучшие. Вы сами убедитесь. Это безусловно.